время ремесленникам нужны дополнительные знания, знания по бизнесу. Так как ремесленник, он работает чувствами, руками и не экономит время. Он забывает просто о времени. Бизнесмен работает головой и экономит время. Он считается со временем, так как он знает, что самое главное, самое дорогое в нашей жизни – это время. Нужны знания по маркетингу, по бизнесу и по современному дизайну. То есть ремесленники в одном плане, они должны как бы проснуться и посмотреть на себя со стороны, на свою вид деятельности, на свое творение. И они должны смотреть не как на произведение искусства, а как на продукт потребления, который нужен народу. И тогда у них появится мышление как бизнесмена, но сохраняя свои корни, свои знания по ремеслу, не теряя красоту ремесла, они будут грамотно возрождать это ремесло.